Завод спецтехники «ГИРТ» продолжает вести свою активную работу по разработке и производству многофункциональной спецтехники под задачи заказчика. Представляем вашему вниманию лабораторию исследования скважин на базе шасси «Урал-4320». Лаборатория исследования скважин предназначена для доставки оборудования и рабочих бригад к местам проведения спускоподъемных операций при геофизических исследованиях, поисковых, разведочных и эксплуатационных нефтегазовых скважинах, проводимых с помощью приборов, спускаемых на проволоке. Лаборатория исследования скважин выполнена на базе шасси «Урал-4320», особенностями которого являются то, что в качестве топлива используется природный сжатый газ метан. Метан имеет ряд преимуществ перед традиционной пропан-бутановой смесью. Во-первых, это низкая стоимость, а следовательно и дешевая эксплуатация транспортного средства. Во-вторых, метан – экологически чистое топливо. Газ сгорает практически полностью, поэтому объем вредных выбросов по сравнению с дизельным топливом существенно сокращается. Высокая безопасность метана также обусловлена и его физическими свойствами. Природный газ легче воздуха, при разгерметизации он просто улетучивается в атмосферу. На данном автомобиле установлен двигатель ЯМЗ-536 мощностью 312 лошадиных сил, адаптированный под использование в качестве топлива сжатого природного газа. Двигатель соответствует экологическому стандарту Евро-5. Автомобиль состоит из кузова фургона, который изготовлен из сэндвич-панелей производства ГИРТ. Сэндвич-панели производства ГИРТ – это монолитный, конструкционный материал, имеющий многослойную структуру, состоящую из листов жесткого материала и утеплителя. Все детали сэндвич-панели склеиваются между собой с помощью прессования. Процесс изготовления и качество производственных материалов полностью обеспечивают монолитность, высокую несущую способность и долговечность конструкции. Панели не содержат мостиков холода. Кузов фургон разделен на три отсека. Отсек для перевозки пассажиров, операторский отсек и лебедочный отсек. Также фургон имеет нишу для размещения дизель-генератора мощностью 7 кВт. Отсек для перевозки пассажиров оснащен сиденьями для перевозки двух человек с ремнями безопасности, диваном-рундуком, спальной полкой, складным столиком, умывальником с подогревом воды, переговорным устройством для связи с водителем, двухкомфорочной электроплитой и микроволновой печью, аварийно-вентиляционным люком с вентилятором. Операторский отсек оснащен столом оператора, креслом оператора, верстаком с тисками, шкафом сушильным для одежды, шкафом-тумбой для документов, принтером и кондиционером. Лебедочный отсек оснащен лебедкой ЛИС-1 с двумя барабанами, консолью поворотной сталью грузоподъемностью 500 кг, нишей лубрикаторного отсека с двумя ложементами. Операторский и лебедочный отсек разделены между собой перегородкой с глухим окном из стекла с бронированной внутренней поверхностью. Перегородка имеет дверь с замком. Исследовательская лебедка с гидромеханическим приводом ЛИС-1 работает на скрепковой проволоке. Под проволоку установлено два барабана. Укладчик проволоки автоматический, механический счетчик глубины. Лебедка имеет ручной тормоз колодочного типа для подтормаживания барабана при свободном спуске и храповый тормоз для удерживания прибора на заданной глубине. На нашем предприятии вы можете заказать подобный вид техники, соответствующий вашим нуждам и потребностям. Сегодня мы познакомились с лабораторией исследования скважин на шасси «Урал-4320». Более подробную информацию о технике нашего предприятия вы можете посмотреть на нашем сайте или позвонив по указанным телефонам. ГИРТ. Наполняем смыслом движение вашего автомобиля.